Чек можете показать? Зачем? Ну вот сейчас прошли пропикало. Ничего. В смысле ничего? Ну вот я пропикал, не меня. Дружище. Магазин. Ты что творишь, алло? Чек свой покажи. Ты что творишь? Чек покажи, я тебе говорю. Ты кто слушаешь мне показывать? Ты сейчас прошел запикало, ты что сейчас выяснять со мной будешь? Тебя запикало, а не у меня. Вернулись сегодня 14 апреля в перекресток. Обнаружил, что сюда зачем-то прибыли Роспотребнадзоровцы. Здравствуйте. Добрый день, да. А подскажите, перекрестки ваши коллеги, да? Да, да, да. Мне бы их увидеть как-то. Итак, находимся в магазине Перекресток, улица Уточкина, дом 4. Какое? 12? 13 апреля. Срок годности до 4 апреля 2021 года. Сканируйте товар. Если у вас есть карта, к оплате 200. Детское питание стоит 2099 рублей. До начала оплаты. 2100 рублей. Охренеть, кабрита столько стала стоить. Тем более просроченная кабрита. Так, к оплате. 0 пакетов. Окей. Так, банковская карта. Говорит, тип, выберите тип оплаты. Так, заберите ваш чек на купленную просрочку. Там чек 2099 рублей. Улица Уточкина, дом 4, корпус 1. Зафиксирована просрочка до 4 апреля. Чек можете показать? Зачем? Ну вот сейчас прошли пропикало. Ничего. В смысле ничего? Ну вот я пропикал, не меня. Дружище. Магазин. Ты что творишь, алло? Чек свой покажи. Ты что творишь? Чек покажи, я тебе говорю. Ты кто слушаешь мне показывать? Ты сейчас прошел запикало, ты что сейчас выяснять со мной будешь? Тебя запикало, а не у меня. Магазин зайди, я сейчас зайду, в смысле, ты со школы? Нет, здесь поставил. Так, подожди. Дружище, ты взял в смысле питания, блядь, с этим, с клеммой, ты что мне сейчас рассказываешь? Что, я виноват, что ли? В смысле виноват? Ты его украл. Я его украл? Да, я посмотри. Отвечаю за свои слова, что я украл. Отвечай за свои слова, отвечаю. Да. А ты ответишь? А если не украл, то что? А что, ты его просто взял? А если не украл, то что? Не, ну ты скажи мне, ты его просто взял? Клеммой, пломбой, если просто взял. Кому я должен все? Говорить? Человеку в зеленой одежде? Я бы не представился. Я охранник. Ну, подтверди свои полномочия, представься, во-первых. Хорошо, охранник или как? Вы прошли. Ванная карточка и удостоверение охранника. Подтверди свои полномочия. Вот я тебе сейчас, я тебе говорю, ты сейчас хранишь конкретно, просто не выводи меня, пожалуйста. Почему я У тебя сейчас украденный товар с магазина, даже на нем пломба. Подожди, магазин его украл? Ты украл с магазина только что этот товар. Что взял, что я украл? Ну потому что на нем пломба. И что? Значит, ты его украл, ты его не купил. На кассе обычно пломбу снимают, да, серьезно. Блин, я извиняюсь, принесите мне рацию, пожалуйста. ГБР будешь называть? Да, без проблем сейчас будет. Хотел ГБР вызывать, что сейчас слышали, я тебе говорю, подожди секунду. Зачем, в смысле, на нее перезнаешь, что ты не прав? Зачем ты все сказал? Я не прав. Я знаю. Ну, перекресток тоже вот на 100 камер снимает, правильно? Да, конечно, любая камера сейчас подтвердит, что это товар украден, понимаете? А вы со мной объясняете. Камера подтвердит. Давай, показывай камеру, хорошо. Так вот, твоя задача, если ты охранник, ты бы так не представился. Твоя задача смотреть камеры
украл человек или не украл. Вот смотри. Айфон всегда как охранника, смотри, поиск наблюдения, правильно? Вот есть проходная. Если ты не знаешь, украл я товар или не украл, хотя ты утверждал, что украл, там же лицо не хочет ответить. Хорошо, просто банку, вот смотри, просто банку посмотрю, мне доказывают, что... Иди смотри камеры, прежде чем что-то говорить, что я украл. Твои функции входят в наблюдение. А если ты не наблюдал, не видел по камерам, значит, ты просто так получаешь зарплату. А я тут для мебели стою, что ли, или что? Напикало там. Получается, для мебели. Посмотри, вон пломба на товаре, он прошел просто... Можете пройти еще раз. Зачем? Да запикало там что-то, запикало. Конечно, запикало. Ну, ваша рамка сработала и все. А? Ваша рамка сработала. На что она сработала, мы не знаем. Мы должны как-то отреагировать на это. Так рамка сработает, конечно, потому что при покупке товара пломба снимается. Но мы не знаем. Капитал, он уже сказал, что я украл тут. Вот товар. Я, допустим, как покупатель, я не знаю, что там должно сниматься, а что нет. Ты встрял, ты сейчас отвечать будешь. Что за базар такой? Я покупаю товар, а не пломбу. Ну, если вы сошли с чужим товаром, вы должны сначала охранника предупредить, что вы заходите. Мы ничего ему не должны. Почему я должен предупредить? Мы охраннику ничего не должны. Человек в зеленой одежде. Обязываем. Мы не обязаны охранить. Если я обязаны вы, если нет. Я хожу с чужим товаром, я не заходил в свой товар, нет. Это ну, во-первых. А во-вторых, если я захожу... Это блогеры, они хотят деньги заработать. Если я захожу со своим товаром, я его не должен. Я уже в этом Ютубе уже звезда, пусть еще покажут. А на каком канале? Вы на каком канале звезда? Ну, в Ютубе я есть. Да на каком канале ты ходишь? Пошли. Ну, в Ютубе ролик выложен. Ну, Ютуб большой. А какой канал-то? Ну вот вас охранник остановили. Вот, товар посмотрите, а там бомба. Я не знаю, охранник это или нет. У вас есть с собой этот... Она не снята, понимаешь? Чек-то есть? И? Возможно. Из другого магазина. Какого другого? Из другого магазина. Я только в этот магазин заходил. Он утверждает, что он в другом магазине. Нет, вы неправильно поняли. У вас где-то что-то прозвенело, но вы не поняли где. Он услышал звон, не знает, где он. Чё-чё? Переведи, я не понимаю. На каком языке? Звезда Ютуба. Позоришься ты, обвиняя покупателя в том, что он якобы украл. Покажи чек. Хорошо, покажи кто чек. Кто ты такой, чтобы я тебе показывал чек? Я охранник перекрёсток. Дружище, ты прошу. Если ты охранник перекрёсток. Я тебе честно скажу, не лучше тебе помолчать. Если ты не подтвердил полномочия. Если ты не хочу конфликта. Если ты охранник, то просто я... Просто один удар ты ляжешь, я не хочу. То я тогда президент России Путин. И испанский лётчик, которого зовут Пулио. Ну откуда тогда она у вас появилась? Из магазина. С какого? С этого. Из этого. Ну так вы украли бы. Опять еще один. Получается, хорошо, вы говорите то, что на самом обслуживании, на КСО вы оплатили, да? А у нас есть свидетели, которые подтвердят о том, что мы приобрели этот товар. Один такой. Вася Пупкин, есть один там такой? У нас лично есть свидетели, которые видели, что мы приобретали этот товар. Есть у нас этот товар, есть. Есть у нас такой. Есть, да, и пломбы такие тоже есть. Ну, пломбы такие есть. Да, они в каждом магазине есть. Телефон нужен, а то мы сейчас уедем. Да, если что, можно, да, будет. На камеру. Все, спасибо большое. Спасибо большое. Давай Бедора выйдем уже. Не-не, Асар. Он сам приедет? Ну, нужен ничего. Никто не приедет. Ну, нужен ничего вызвать. Потому что у нас есть свидетели, которые подтвердят о том, что мы приобрели этот товар. Да, мы никаких претензий не имеем. Вот так. Можно это забирать, да? Я еще схожу с таким. Не-не-не, подожди. А фонду почему не схожу? Я еще с таким схожу. А покупатель не обязан бегать за каждым продавцом и снимать что-то с вашего товара. Он приобрел за ваш счет его. Украл, что рукой махнул? Куда пошел? Потому что он... А что он ушел-то? Лоханулся. Я не... Правильно? Просто... Ну что, вы сейчас директор ходите, пожалуйста? Да. Директора нет. Заместитель директора. Заместителя тоже нет, скорее всего. Есть Саша, кассир, мотик, Саша. Ну кто у вас сейчас старший? Не интересует старший кассир, я думаю. Ну да. Так, кто у нас здесь? Так, руководит данной группы бетона Постунова Наталья. На замдиректора Филиппова Ольга Анатольевна. И Татьяна Сулим также является заместителем. Вернулись сегодня 14 апреля в перекресток. Обнаружил, что сюда зачем-то прибыли Роспотребнадзоровцы. Вызван наряд полиции для оформления детского питания с истекшими сроками годности. Если вдруг с нарушением стоит данная тачка Роспотребнадзора,
то ни в коем случае не звоните по номеру телефона 8 800 555 4943 и не сообщайте о данном факте. Лада Ларгус, госномер Константин, 578, Ольга Константин, 198 регион. Здравствуйте. Здравствуйте. А подскажите, в перекрестке ваши коллеги, да? Да, да, да. Мне бы их увидеть как-то. Ну, я не знаю, я же просто водитель, дядя. А вы можете связаться с ними? Не имеете возможности? Ну, телефон нет. Я просто вожу с инспекторов, которые берут какие-то, ну, анализы, там, пробы. У нас там просто жесткие нарушения выявлены, хотелось бы как-то взаимодействовать. А вы знаете, я тут же вижу, у них же разные подразделения. Вот я сейчас привез инспектора, который берет, ну, просто пробы продуктов, мазки там всевозможные. Ага. Они же делятся на разных инспекторов. Вот у нас как раз продуктом. Знаете, я не могу, у меня нет этого самого. Я же ввожу все время разных инспекторов, у меня, конечно, нет их всех телефонов. То есть лучше, да, здесь их подождать, ну, там где-то один, рядом. Там один человек, одна женщина. Ага, зовут как? Надежда Никаноровна. Надежда? Надежда Никаноровна. А, Надежда Никаноровна, ага. Аккуратно. А вот идет. Грю-грю, не полиция зон. Он что-то веет, то есть за производством, да, говорит. Он ей что-то говорит, смотрит на эту сторону. Он ее просит просто выйти, потому что вы почему-то вдруг решили, а не понимаю, какой к ней это вопрос может быть. Александрович. Арслан Александрович. Арслан? Да, да, да.